отработать. И вот прям гололед под ногами невыносимо, а местами прям голый асфальт. Вот здесь вот где тенек самый кукуручный. Зашла в Пятерочку, я обратила внимание, картофель на фасолочном поло и лук репчатый на крупный крупный. 36. Так, в Пятерочке. Нужно что-то мне было взять, я зашла и забыла. Все, первый день отработан. Знаете, как не по привычке я вышла, сама не в своей как тарелке. Но потом ближе к обеду немножко растряслась, поняла все, что к чему происходит. Яйца, красная цена. 128, это в Пятерочке стоит, 135, 149, 139, красная цена. Зеленый вот, 91, 99. Короче, яйца.